Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и я продолжаю специально для тебя играть за Россию на последнем уровне сложности в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Собственно, мы знакомимся с этим патчем, играя вот против компьютеров на огромной карте, на 20 цивилизаций, да еще и на новой, на новом типе карты «Первобытная древность». В общем-то, идет, по-моему, интересно. Необычные ситуации у нас тут появляются. Прошлым ходом я заключил мир с Индией и ацтеками, чтобы... Ну, с Индией я планирую через 10 ходов продолжить, вообще-то, войну. Просто сейчас мир для того, чтобы дождаться Арту. Пока. Так. Что у нас этот рабочий? Я думаю, вот этот место еще оставить для какого-нибудь района. Кампус плюс один. Блин, нет, не для какого района, потому что здесь затапливает эту клетку. У нас, короче, проблема с затапливаемостью. К сожалению, большие-большие проблемы. Тут осталось буквально несколько ходов. Давайте тогда... Промышленная зона. Я бы тут, конечно, промышленную зону скорее построил, но давайте пока морской порт строить. Рынок. Вообще, мне надо и два банка. Я бы два банка просто купил. Тем более, мне Антиохия будет давать бонусы. Я бы банки купил... А тут у нас что с затапливаемостью? Блин, коммерческий район затапливает. Мне надо покупать в тех коммерческих районах, которые не затапливают. Ну вот здесь, например. Здесь, по-моему, даже рынка нету еще. Блин, я рынки... А, вот в этом давайте купим. А, все, банки уже есть. Блин, вот жалко, что рабочими никак нельзя как-то избавиться от возможности затопления. Но вот у меня еще тут клетка не обработана, это не обработано. Они как раз вторыми будут затапливаться. Эх. Надо этого рабочего куда-то в бывшие города индуса отправлять там. Работать так. Значит, что у нас с апостолами? Этих апостолов я отправляю во Францию. На два раза больше. Снижает других. Да. Вот это надо брать. И... А где еще апостол? Странно. А, мне не хватило тогда на второго апостола, да. Сейчас возьмем второго апостола. Тут надо сразу много апостолов ввести, конечно. Так, а этих мы отправляем к американцу. Же он буддизм? В Вашингтоне. Как там православный люд Америки смог допустить буддизм на свою территорию? Что это за недосмотр? Здесь я еще одну армию сделаю бомбард. И две армии арты, я думаю, будет выше крыши для захвата. Не буду чинить пока. Давайте здесь тогда сделаю еще ферму. Лечимся. Меня немножко выкинуло.
Ладно, территорию поисследуем. Может, что интересного найдем. Так, этого я апнул для прокачки, для ускорения. Для ускорения исследования. О, Рим куда-то плывет. Ну, у них тут своя тема. Так, мгновенно обосновывается. Время задания. Вербовка партизан. Диверсия на производстве. Давайте диверсия на производстве. Шпион третьего уровня. Отлично. Давайте мы купим, наверное, и библиотеку, и универ. У меня слишком мало науки по сравнению с инком. По сравнению с всеми остальными у меня зашибись. Но инк просто какое-то, это какое-то улетание. И, собственно, исследовательские гранты. А, это у меня претензии к Мапуче. Но Мапуче может вполне американца забрать. Потому что Мапуче круче него развит. 200 на 74, и армия у него больше, и культура у него больше. Нет, я не буду ничего обменивать. Ну, я сейчас кризис выполню против меня, который приняли. Дурачки, как можно вообще Калькутту отбить? Там еще и вписались Ацтек, Алеонор, особенно Ацтек вот Калькутту отбить может. Этот скаут. Ну, это не прикольно, что мне надо с индусом открытые границы. Ну, потому что не прикольно, что этот меня атакует, а я с ним не могу сделать. Так, я понял, осуждает меня. Японцу-то я что сделал? Я даже, по-моему, не дружу ни с кем. А, ну там Финикия, может, если только рядышком. Еще мне очень интересно, кто у меня собор Василия Блаженного угнал. Ну, пошло затопление. Очень все плохо. Вот видите, горит коммерческий район. И тут затопляется. Сколько до следующего? 5 ходов. Очень быстро. Все очень быстро происходит, к сожалению. Блин, охрана природы не открылась. А должно было за один ход. Инженер, кстати, неплохой. Так, строение ускорим. И 20% космической гонки плюс. Так, индус. Где у нас индус? А, по-моему, мы не сможем открытые границы, пока у нас... А, нет, у нас уже закончилось. Право прохода. Мне еще заплатишь за это. Какой-то мечник плывет вообще. Тут все корабли стоят на месте. Так, что с этими апостолами? Давайте хорошее что-нибудь. В городах других стреляют с утроенной силой. Есть. Отличный промоушен. А у этого... Мимо чудо света.
А есть ли у нас чудо света тут где-нибудь по дороге у него? А, чудо природы. Подождите, а у него что было? Проходя около чуда природы. Да, чудо природы, пожалуйста. Что там в двух местах? Так, чудо природы. Как мне говорили, мне сбрасывали количество чудес природы. Так, тут далеко. Там по дороге к французу. Тут далеко. О! Да, берем прокачку. Ночное чудо природы. И идем вот к этому чуду, в общем-то. Не знаю пока, куда мне этого инженера использовать. Пускай просто посидит. Случайно на 2D переключился. Блин, я не обработал уголь, да? Пришел сюда специально обработать уголь и ушел, не обработав его. Молодец. Сюда лучше пойду. Так, миссионеры все в Америку плывут. Вообще исторично, конечно. Помните, как православные миссионеры плавали в Лос-Анджелес обращать местных индейцев? Все по секретным документам. Срыв ракетостроения может прокачать для инка. Давайте. А римским-то воюют? Куда вот у него эти войска плывут? Прям даже интересно. С Японией. Но они почему-то вверх плывут. Я думал, они наоборот сюда поплывут и ногою будут атаковать. Это как-то странно. Странная траектория движения. Да, я плыву в надежде. Я еще две цивилизации не встретил. Думаю, что они где-то тут должны быть. Так, у меня два посла. Стоит ли добивать Кардифф? Я думаю, пока нет. Где-то у меня утрачивается лояльность. В Агре? Ничего себе. Внезапно. Ну, я там поставлю какой-нибудь юнит, она не будет утрачиваться. Так, у меня закончился союз. Нам надо культурный союз обязательно продлевать с Францией. Потому что мы кучу очков великих людей имеем, посылая к ней караваны. Ходов до следующей эпохи. Выйдем ли мы снова? А какой у меня, кстати, ну, у меня золотой век, понятно. А что дает? Я позабыл. А, невозможно. Угу. 3 плюс 3 золота за каждый район. Мне, кстати, еще к французу надо апостолов отправлять, чтобы ее территорию разведать. Может, я в большее количество городов смогу. Блин, я бы, наверное, с Голландией тоже мир заключил. Я просто боюсь, как бы он моих юнитов не убивал. Ну, моих апостолов на территории Франции. Так, надо с кем-то еще дружить. Перса я уже, наверное, вряд ли захвачу. Наверное, стоит с ним дружить. Или захвачу еще.
Он какой-то слабенький в плане развития. Нет, ну... Блин, вот можно было бы как-то отключить, чтобы компьютер поменьше шедевров просил. У инков сменилось на теократию. Самое то, чтобы улететь в космос. Говорит, мы что-то по науке очень сильно валим. Нет. А, это индийское место, да? Ну тогда ладно, тут еще можно стихийное бедствие пережить. Но два коммерческих района. Так, я хотел радио ускорить, построив 510, блин. 510 надо, чтобы национальный парк построить. Значит, без ускорения, блин. Зря переключался только. Идем в демократию. Надо принимать демократию, чтобы ускорить компьютеры. Ну и веру мне еще есть куда тратить. Тем не менее. Так, исследовательские гранты. Это что это? Так, с Голландией давайте мир попробуем заключить. Нет, она не очень горит желанием. Здесь надо действовать так. Сначала вот этим апостолом, потому что он убирает 75% влияния. То есть из Марселя у меня три распространения таких. То есть мне надо взять самые крупные города, а именно Марсель, Париж и Дижон, наверное. Ну, там тоже какие-то французские надо посмотреть. Вычистить из них религию вот этим апостолом. А этим сразу распространить. Руан и Амбуаз неинтересно, они 1-2 жителя. Это... Вообще ничего. Морской порт. Ну, видите, промышленная зона затоплена. Сразу уходит производство куда-то. Только продолжим исследовательские гранты. Порт я, наверное, тут просто куплю. Пять послов. Ну, Лиссабон дает просто не грабить. Он и так. Я просто отправлю сюда для банка и верфи. Да, обратите внимание, что теперь торговые ГГшки дают и рынкам, и маякам, также банкам и верфям. Так что, поэтому... Я лишил статуса сюзерена. 2 очка получил. Будем тут. Ой, надо было в Агру зайти. Надо было... А, кстати, можем этого вернуть просто в Агру. Куда ты? Перемещение юнитов, конечно, трындец. Каждый раз. Так, тут ничего интересного. Как это странно. Продолжаем прокачивать шпионов. Почти 1000 получаю за воровство денег в городах. Очень приятное пополнение для казны. Так, тут у нас Александр Македонский. Может попросить у него проход, а он не даст. Видите, когда осуждение, то недоступно. К сожалению, взял, осудил меня что-то. Так, давайте Лаутара. А можно дружбу? Нет. Ну, он объявил просто войну американцу, поэтому не очень отношения. Норвежцу
Уже нет, ладно. А Англия не хочет мир с нормальными условиями. Да, 94 золота на 30 ходов. Вход, 94 золота вход на 30 ходов. Угу. Прям бегу. Акведук, кампус. Ну, тоже исследовательские гранты. Вот видите, построил пригород, который уже затоплен. В наводнении, точнее, в наводнении. И промышленная зона затоплена, жопа. 22 хода. Ой, 22. Мне кажется, я в этих городах не смогу ничего построить. Может, есть какие-то шансы все-таки... Минимизирован. Затопление побережья, плотина. Только плотина. Вот жопа в том, что их нельзя никак ускорить. Есть города-государства, которые позволяют за веру покупать, но я их не на... А, подождите, а Валетта? Здание в центре города и военный лагерь можно покупать за веру. Давайте-ка мы Амани в Валетту и попробуем ее... А у меня война с ней. А кто там ее сюзерен? Алиенора, дура. Вот я бы смог за веру тогда все эти купить. Да. Процентов. Давайте, наверное, тут мушкетера тогда... А, не хватает. Потому что мне нужен третий мушкетер для ускорения там одной техи. Мне не хватает селитры. Для мушкетера. Я тогда лучше бомбарду. Мне не надо строить юниты, я могу их за веру покупать. Ну, придется здесь монумент просто строить. Безвыходное положение особо. Так, здесь чиним... Районы из-за паводка. Да, я как-то проспал Валетту реально. Благодаря Валетте я смогу покупать в городах эти дамбы. Это единственный шанс, по-моему, покупать. Если, конечно, не справили, раньше можно было за веру дамбы покупать. Плотины. Плотины или дамбы, как они правильно называются? Плотины. В центре города. Ходзе нравится моя империя красивая. Ну, по-моему, можно, Валя. Я помню, что такое что-то было. Блин, 4 зря потратил послов в Лиссабон на самом деле. Так было бы 4 посла, еще 2 это... A world without radio is a deaf world. Короче, мне вот... Считайте 3 хода. Так, избирательное право, это я открою. Теперь надо открывать после демократии все, что дает послов. Оно у меня все открыто, блин. А, где же послов-то взять? Вот, культурное наследие. Только 3 посла. И мне надо его ускорить тематическим зданием. Тематическое здание, это имеется в виду вот тут.
Ну, фиг я сделаю. О, источник алюминия имеется. Это хорошо. Боевая готовность. У меня кто-то тут. А, вот варвары. Вот он рабочего захватил. Давайте обратно захватим. Так, а почему я не могу рабочего захватить? Каперыш вроде захватил. Или это только способность норвежцев? Только норвежские суда могут так рабочих захватывать. Так. Знаете, хочу посмотреть, что там за город. Я вам потом посмотрю. Значит, очищаем Марсель. Теперь подходим этим апостолам и этим апостолам. Этот апостол еще и плюс 3 к распространению получает. Еще очки эпохи получил. Так, следим за наукой. Ну, дальше он пока вроде не идет. Просто посмотрите. А, вот ракетостроение, неизвестный игрок еще исследовал. Ну, я, правда, тоже уже в ракетостроении, я просто не открываю. Тут у меня ракетостроение 1, 3, 5, 6. Ну, будем считать 7 ходов. Хочу от затопления избавиться. Проблема. Ага. Франция исследовала ракетостроение. Инг же даже космопорт построил, да? Да, космопорт построил. Но проект и проект делает, блин. Это печально. А Рим там не на Финикию ли поплыл нападать? Тоже историчненькое. О, Лавра затоплена. Центр коммерции затоплен. Но это пока можно еще починить. Пока не дошло до последней стадии. Еще можно. Тут три хода. Блин. Мне очень нужна Валетта. Просто очень. Слушайте, может, давайте теперь не в исследовательские гранты, а фестиваль на театральной площади, то есть, чтобы быстрее открыть... Быстрее открыть... Трех послов. И мне еще надо с Элеонорой замириться каким-то образом. Ой, блин, печалька, печалька, печалька. Давайте аэродром построим. Все разрушено. Помолимся тогда в священном месте. Вдруг боженька нам поможет. Блин. Ну, Валетта вот это реально идея.
Так, а что мне тут кирасиры делают, каких кто отправил? Они тут должны у меня стоять, защищаться от... А, их, наверное, отправил, когда ацтеки нападали. И эти... юниты Иерусалима, которых индус купил. Подправил туда, чтоб мешалось. Не знаю, еще бы Александр Македонский, если бы вот сверху на инка напал. Смотрите, он неплохо развит, да, тоже. У нее армия, смотрите, Александр Македонский с армией 463. Смеха на дроте. Самая маленькая, а он не воюет ни с кем, случайно? Да, он с кем-то воюет, и, похоже, его там гнобят. Иначе такую армию не объяснить. Перекупили Антиохию, ну, неприятно, но я не могу ее обратно перекупать, мне нужны послы для другого. Сейчас я демократию приму. Men, their rights, and nothing more. Так, вот это боевой мощи можно убирать. Ставим пока просто... А нужен ли мне так сильно уголь? Селитра тоже не особо нужна. Алюминий с нефтью. Ну, у меня пока только алюминий, да и то не обработанный. Ну, этим ходом я его обработаю. Ладно, давайте просто содержание юнитов. Так. Здесь. Это тоже можно убирать. Ваши торговые пути к союзнику. Дальше рационализм. Дальше этот демократ, вот этот новый курс. Вот этот звездный час тоже в демократии хорошая штука, но мне пока его не надо ставить. Ну что, поставим дополнительную культуру от зданий в театральной площади. Блин, веры все меньше становится. Странно, почему так мало веры? А, давайте мы лучше... Бонус соседства, дополнительное... Или поставить гранд-опера. Строители не нужны. Бонус соседства для священного места. Снизилось, потому что меня несколько лавр затопило. Давайте бонус. Вообще, на что мне тратить веру я сейчас буду? Нужно ли мне так вот апостолы? Давайте все-таки гранд-опера. Мне культура важнее, чтобы быстрее открыть. Итак. Ну, прилично стало, да? Компьютеры ускорилось. Следующим ходом я компьютер открываю, но мне негде взять пока... Да, вера мне будет нужна для покупки этих дам. Но пока негде взять послов. И мне надо Амани отправить, который 5 ходов. А я не могу, потому что с Элеонорой Аквитанской мир не заключен. Блин. Элеонора, давай ты как-то вменяемый какой-то станешь. 112 вход. 112 золота вход хочет чувиха. Ну и где мне еще 7 послов набрать? 3 это 5 будет, да? Сейчас мы следующим ходом посмотрим, сколько будут строиться, конечно, плотины. Но я боюсь, что это долго.
будет слишком долго. Православие проникло в самое сердце Франции. Почему так? Почему Леонора такой? Ну понятно, у нас разная вера, например. Дружба с врагом, союзник с врагом, разные правительства, претензии от других. А... Екатерина, ты не хочешь случаем напасть, тоже присоединиться к войне с Леонорой? Ну, кстати, не так много она хочет. А к официальной войне то же самое, да? Хорошо, а кто еще сосед у Алиеноры? Купе. Тем более, что отваливаются города в, его, в ее пользу. А, у нас с ним плохие отношения. А Финикия с Алиенорой? Еще и посольства тут нету. Нет, тут слишком много. Ну, с Францией я склонен заплатить. Может только поменьше. Нет, это не торгуется, да? Ну хорошо. Хорошо, давайте. Чтобы жизнь медом не казалась Алиеноре. В Дели стала снижаться лояльность. Тут немного. А, тут довольство ушло просто. Так, мне надо поторговать. Довольство явно ушло, потому что ресурсы... Ну, я с кем-то торговал и закончил. Кофе не могу с Голландии. Так, а Голландия мир. 49 вход. Так, с кем у тебя плохие отношения? С Купой, ну с Купой у меня плохие. Кто там в соседях у Голландии? Финикия, по-моему, с ней так торгует. Ой, воюет. Ладно. И у меня тут есть, возможно, сахар с инком. А, вот у меня янтарь пропал. Вот с финики и янтарем. Кстати, точно у меня янтаря уже нету? Ну да. Странно. А, новых ресурсов у меня не появилось. Может, затопило какой-то ресурс? Ну, вынужден принять. Мне нужно счастье.
Скоро тут все растает. И тогда мы проплывем. Аэродром. Пригород не нужен. Ой-ой-ой. Это все из-за инка, который очень-очень быстро пошел по технологическому дереву, и поэтому так быстро поднимается уровень моря. Только вот из-за этого придурка. Амбар. Вообще можно амбар, да. Нехватка жилья как раз. А сколько тут вообще наших последователей? Вообще нету. Тут кто-то пришел в Вашингтон и зачистил. У вас явно было влияние на Вашингтон. Ну еще и диверсия в промышленной зоне. Ну трындец. Как мне в дамбы эти строить, плотины? Ох, жопа. Жопа вообще подкралась не с той стороны, откуда я ее ждал, честно говоря. Я ее справа ждал, она слева подкралась, блин. Еще и шпион какой-то у меня орудует. Ну этот один орудует, который промышленную зону мне изгадил. А тут второй. Так, там какое-то голосование по неизвестному нам поводу. Явно кто-то там город захватил или еще что-то сделал. У меня, кстати, сейчас военная агрессия. Может, кстати, как кризис закончится, Голландия и эти... Гуманитарная помощь неизвестному. Ну, здорово. Мне бы еще гуманитарную помощь. Военная агрессия бесплавно разваливается. Ну что, раз закончился кризис, как, ребят, насчет мира? Не, 83 золота вход. Ой, такие отмороженные. 48 золота вход. Да. Войну идеологии Цинши-Хуанди. Я кучу очков дипломатии, кстати, получил. И Вильгельмина какую-то награду получила. Так. Ой, ну смотрим сколько. 12 ходов. Все, это жопа. 8 ходов. При том, что каждое таяние будет увеличивать количество ходов постройки. Это очень все плохо. Восемь ходов. Тут 5. 29. Тут вообще без покупки никак. 10. В Питере, видимо, надо сначала починить. Это приятно. 20 ходов. Плотина 20 ходов. Ну, то есть те, которые 20 ходов, и даже не имеет смысла начинать делать. Вы просто не успеете. 12.
8, ну, может быть, ну, 8, я не знаю, ну, 8 это если ты начинаешь, или 39, ну, тут 39 из-за снижения лояльности немного, нет, мрак, мрак. Так, можно, кстати, вот эту рыбу собрать всю. И вот этого, давайте краба соберем. У нас один заряд остался. Так, лес можно собрать. Рыбу ту тоже. Зачем мне сейчас лес тут собирать? Пойдем рыбу лучше обрабатывать. Мне некуда там производство вкладывать там. Ну, просто некуда. Это все затапливает. Вот сколько тут плотина строится? Тут, наверное, вообще дикие 29. Без валетты. Без шансов. Где мы еще можем послов взять? Они где? Зачем я в Лиссабон влил этих двух послов? У меня бы сейчас было 5-7 послов. Какой-нибудь союз. Блин, все равно уже какая-то жопа с валеттой. Я проспал валетту. Так, сколько у нас уже здесь? 100-тройной силой распространяет. Так, вот и здесь у нас православие. Протестантизм приперло. Так, давайте мы в Чарльстон этих поведем. Ну, давайте я начну строить плотину, но, блин. Еще не понимаю, почему с каждым затоплением стоимость строительства плотины увеличивается постоянно. Ну, это... подстава. Очередная. Так, надо нефть открыть. Потом арту... Да, блин. Нефть. Арта. Какая-то армия даже собирается у индуса постепенно. Боже, как вы достали. Чё, и пингалу мне убрал из Питера. Ну, наконец-то. Слава богу, я думал, я уже с ней мир не заключу никогда. Еще до Святого Марка мне готова дать. И
Средний брат какой-то. Ну, давай. Скоро и Голландия ведет таким же Макаров со мной. Мир заключит. Ну, что-то норвежец меня осудил. Ему же нравится, когда большой флот. У меня уже большой флот. Так, ну теперь все-таки засоюзить Валетту появился шанс. Мне надо на один ход все лишь засоюзить. Я куплю дамбы. Ух ты, кого мне убили? Каравеллу мою. Так. Два очка дипломатической победы за себя. Ну, я... Так, я не буду сейчас... У меня куча дипломатии, но я не буду себя... Данный игрок генерирует претензии меньше. Давайте... Два голоса вся все-таки волью. И... За себя. Вот так сделаем. Ну-ка. Очки дипломатической победы, я думаю, тут невозможно дипломатии победить на 20. Ну, давайте, какой результат? Так, торговые пути к Скифу. Фигня полная. Больше претензий генерирует Франция. Окей, не возражаю. Выбранный игрок получает 2 очка Голландия. Ну и соревнования в всемирной выставке. Что надо делать? Получение очков великих людей за ход. Так, а что там у нас с Голландией по дипломатической победе? Да, 4 из 20. Можно не беспокоиться. Так, значит, теперь посылаем быстренько Амани в Валетту. Это будет 2 голоса, так? Мне еще надо 7 где-то найти. Будет 5. Хорошо, а если мы прокачаем Амани? 3 прокачки у меня будет? Где-нибудь рядом. Нифига. Что с великими людьми? Есть что-нибудь на... ПТ-команда, 2 случайные техи, счастье за каждую тропическую клетку. Блин, а, шпиона, слушайте. Давайте в Валетту шпиона. А, только прокачанного из Пасаргат. Вот еще вариант. Так. Где у нас Валетта? Он один ход, он быстро появится в городе следующим ходом. Но там, по-моему, довольно долго, ходов 5 или 6, надо будет все это делать. Так, куда мы тут отправим деньги воровать? 1880 в Риме денег можно своровать. Поможем забрать этот город. Персу. Надо, который убирает, вот, снижает на 75% влияние других верований. Давайте в Тулузе это сделаем. Так, теперь с
распространяем сюда веру. А этот с утроенной силой лучше в Ля Рошель. Жду, когда там растает. Питер, ремонтируем фабрику. Плохо, плохо тут, конечно. Все. Следующее затопление. 4 хода. Но мне вот надо до 8-го, до 8-й фазы засоюзить Валетту. Ходов в золотой век я явно не выйду. Мне еще 9 очков до нормального века. А тут я не вижу, где я вообще нормальный век могу получить. Что там с инком по... Ну, он что-то не достраивает спутник все никак. Нет, не буду я ничего... Кстати, надо посмотреть эти шедевры, которые мне... дала. Да, да. Ацтек меня осуждает. Шедевры, которые мне дала Алиенора. Блин, там, по-моему, у моего посла... Нет, миссионера моего. Ах ты. Норвежец. Он меня осуждает, потому что я обращаю города из его буддизма в православие. Ах ты, тварина. Ну вот видите, сразу вся... Все... Ладно, надо плыть отсюда. Проблема еще в том, что у всех затап... Да ты вы... Сколько можно тут затапливать? Проблема еще в том, что у инка... А что тут сейчас произошло? Почему я сюда перекинул, что-то показывало даже. У инка нету прибрежных городов, ему, у него нифига не затапливают. У всех затапливают, смотрите, что тут американцы делаются, например. Просто вот хана всему Вашингтону. Не, ну я не хочу тут с апостолами драться. Так, похитили. Ладно, пока на этом я закончу, на этой тревожной ноте серию. Спасибо, что смотрите. Ваши комментарии, предложения, как тут можно спастись от затопления, жду в комментариях, в общем-то. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!